Да, удобно. Ага, Дарья, хочу немножечко с вами познакомиться. А скажите, Маша вам что-то рассказала, какую-то информацию, или ничего пока не рассказывала? Да, я вам сейчас объясню немножечко суть. А скажите, вы сами где-то сейчас работаете? Ага, в декрете. А в декрете ждете ребеночка или уже есть ребеночек? Ага, в ожидании. Ага, все ясно. Хорошо. Даш, смотрите, хотела что рассказать. То есть сейчас у нас есть такая вакансия, то есть на менеджер интернет-магазина. С интернет-магазином вообще знакома? Может быть, когда-то заказывали что-то, то есть был такой опыт, да? Смотрите, сейчас очень многие компании развивают свой интернет-магазин. Наша компания не исключение. Мы развиваем интернет-магазин товаров повседневного спроса. То есть это та продукция, которой пользуется каждый человек каждый день. Это средства личной гигиены, товары для дома, аксессуары и прочее. То есть, в принципе, товары, которые не требуют продаж в принципе. Да? Мы все чистим зубы, моемся, чистимся, красимся. Да? Ты согласна со мной? Смотрите, наша задача переместить поток покупателей из обычных розничных магазинов в наш интернет-магазин. Сразу говорю, это не продажи, то есть именно организационная работа, то есть вы размещаете рекламу, человек откликается, вы помогаете ему зайти на сайт компании, оформить скидку, оформить доставку. В следующий раз человек уже зайдет без вашего участия, сам будет совершать покупки, но вам, как организатору этого процесса, компания будет платить, потому что это вы его порекомендовали, да, вы его сюда привели. Выплачивается процент от организованного товарооборота. Платится процент, да, общий от товарооборота, то есть платится от 3 до 22%. Конечно же, да, золотые горы не обещаем, что в первый день, да, будет огромный доход. Но в перспективе, вот у нас, кстати, очень много девочек, кто в декрете, и потом даже не выходит на основную работу, потому что за время декрета успевает создать хороший товарооборот и получать уже хороший доход, порядка 30-40 тысяч рублей. То есть, естественно, чем выше товарооборот, тем выше получается процент. Смотрите, да, сразу тоже раскрою все карты. Это, да, наверное, вопрос, что за фирма, что за компания. Вы наверняка с этой компанией знакомы, это компания Reflame. Да, знакомы. Какие взаимоотношения были с компанией? Может быть, когда-то регистрированы были, или, может быть, просто что-то заказывали для себя? Просто заказывали. Смотрите, мы с Машей знакомы достаточно давно. Мы в свое время с ней в Reflame познакомились. У нее был такой период, когда она была там зарегистрирована. Сейчас она вновь к нам присоединилась, потому что увидела наши результаты. С компанией я тоже сотрудничаю давно. Для меня это основная работа. То есть нигде, кроме Reflame, я не работаю. Мы начинали с того, что мы работали вживую в офисе, проводили собеседования, встречи. Не так давно мы перевели свою деятельность в интернет. Буквально за год работы мы удвоили тот объем продаж, который у нас был. То есть мы пришли, в принципе, с опытом и достаточно быстро стали увеличивать объем продаж благодаря тому, что стираются рамки. Да, то есть мы можем не только в своем городе работать, но вообще по всей России, по СНГ. Ну, то есть в этом огромное преимущество. Смотрите, еще в чем огромный плюс. У нас все обучение проводится через интернет, то есть не нужно никуда ехать. Потому что в свое время, да, у нас был такой барьер, что люди там отработали, после работы им уже лень ехать в офис, да, там что-то как-то вникать. Здесь огромный плюс, то, что можно всему-всему научиться по интернету. У нас есть вебинары, то есть это как семинар, только в режиме онлайн. Плюс у нас есть обучающая инструкция, прям пошаговые действия, которые мы даем новичкам, чтобы им не запутаться, чтобы они знали, что им делать. То есть мы это все предоставляем совершенно бесплатно, то есть у нас все идет. Ну, то есть в процессе обучения, да, вся работа идет в процессе обучения. То есть смотрите, вот то, что я сейчас рассказала про интернет-магазин, вообще с Reflame как-то ассоциируется, знали, что такое направление есть, или первый раз услышали? Знали, слышали, да? Смотрите, интересно вам в этом направлении разобраться? Хотелось бы попробовать даже. Это все реально, то есть у нас есть, если что, справки, выписки, то что у нас в дальнейшем официально идет трудоустройство, если оно вам нужно будет, у нас идет трудоустройство в качестве индивидуального предпринимателя, то есть это стаж,
Это пенсия, то есть это все у нас официальный документ. Это твоих уважений каких-то требует или нет? Смотрите, никаких вложений не требуется. Единственное, у нас есть, да, такое, ну, правило, не правило. Мы рекомендуем пользоваться продукцией. Мы просто рекомендуем поменять то, что вы обычно там в магазине, например, покупали какие-то там шампуни, там зубные пасты. Все равно же вы эти деньги несете куда-то в магазин, все равно тратите. Просто здесь уже сможете, у нас 20% скидка сразу же дается всем после регистрации. А скидка затем доходит до 50, даже там до 80%. Вот у меня, например, скидка 52%. Потому что, да, у меня уже большая команда, и плюс, ну, когда я делаю заказы. То есть мне выгодно, да, согласиться, выгодно купить у себя со скидкой 52%, чем я пойду куда-то в магазин, да, с денежки понесу. Да. Вот, поэтому вложений как таковых, там, например, что-то арендовать, что-то закупать, это не надо. Как бы покупку продукции для себя я не считаю это вложением. То есть это обычные расходы, которые мы так каждый месяц несем, даже не задумываясь над этим. Ну, смотрите, опять же, у нас огромный вообще ассортимент. Во-первых, есть аксессуары, то есть какие-то сумочки, какие-то шарфики. То есть это же тоже можно заказывать. Также у нас есть средства личной гигиены, такие как гели для душа, шампуни. Это же, ну, как бы, тоже этим всем пользуемся. Плюс у нас... Потому что я как бы еще заработок не чтобы вкладываться, чтобы мне зарабатывать. Я для чего еще заработок, что я сижу дома, у меня дохода нет. Поэтому мне вкладываться как-то пока не из чего. Вот. Это единственный был вопрос. Если не надо пока вкладываться вначале, то тогда можно начать, и дальше уже когда пойдет доход, можно, конечно же, и все приобретать. Ну, смотрите, мы все-таки вот единственное вот условие, да, рекомендуем все-таки перспективы поменять, да, привычный магазин, да, использоваться. Это все можно, да. Да. Вот, то есть у нас... определенного, да, суммы, что там в этом месяце должна на 5, в этом на 10, такого нет? А смотрите, вот такого, что прям на 5, на 10, такого нет. У нас единственное в дальнейшем с уровня менеджера, когда уже у вас будет команда, когда уже под вами будут люди, с которых вы будете получать процент, там есть определенная сумма закупки для того, чтобы вы получали деньги. То есть да, там есть определенная. Вот. Но смотрите, как бы это идет опять же по вашему усмотрению, и этому можно научиться. То есть у нас много девчонок, опять же, кто в декрете, а там нет, да, своих денег, да, например, себе много что-то купить. А просто элементарно кому-то порекомендовать. Потому что смотри, вот у меня есть скидка, я могу тебе по блату заказать там со скидкой, например. Ну, то есть маме, там, сестре, кому-то близким, это же тоже будет суммироваться, учитываться ваш вот заказ. Так что это не проблема даже. Тогда смотрите, с чего начнем. А я сейчас Маше позвоню, она вам вышлет видео в догонку, да, чтобы вам было проще разобраться. И пришлет вам ссылку на регистрацию, чтобы вы могли уже заполнить анкету и присоединиться к нашей команде. Вот, то есть вы как видео посмотрите, как зарегистрируетесь, вы Маше напишите, она вышлет вам инструкцию. То есть первый шаг, с чего начать, что нужно будет делать. Хорошо? Если что, я тоже на связи, я Маше напишу, чтобы она вас, ну, дала ссылку на мою страничку. Добавляйтесь тоже ко мне ВКонтакте. Если что, буду подсказывать, помогать. Опыт большой. Всему научу. Ага. Всего доброго, Хада. До свидания, до связи. До свидания.